Я думаю, что борьба будет напряженная, интересная. Огромное количество участников. Это нас не может не радовать. Я думаю, это последствия большого труда, который в последние годы проводит Федерация шахмат Республики Казахстан. И университетом Туран проводят этот чемпионат в Алматы. Также очень приятно, что в этом году мы собрали рекордное количество детей – 872 человека. Қазақстан Республикасының мәдени және спорт министрінің атынан Қазақстан Республикасының шахмат федерациясына, шахматтан Есенов білім қорына, Жансая Абдумалик академиясына және осы Туран университетіне алғысымызды білдіреміз. Өйткені осындай Қазақстан Республикасының жасөспірімдер және жастар чемпионатын осындай мықты дәрежеде өткізіп отырғандарына. Был рад тому, что есть динамика развития вида спорта. Этому показатель количество участников со всех регионов нашей страны. Но в целом у нас шахматы развиваются по стране. И много академий открывается, и есть дополнительные секционные занятия в средних школах. Остается только пожелать успеха. Радует то, что наши шахматисты и шахматисты показывают большие результаты на международной арене. Надеемся, что у нас будут очень высокие результаты в ближайшем будущем.